Всем привет, ребятки! Меня зовут Люцис, добро пожаловать на мой канал. Сегодня у нас стоит обычные базы Player 6073, для которых понадобится одна C4 и полтора обычных топора. Ну, может быть, два, если станки будете ломать. Начальная база, тут взрывать надо постройку 3 на 3. Ну да, собственно говоря, ну тут водосборник прям в руде растет нормально. Тут два станка есть, которые можно сломать, и три ящика. Готово. От двух волн избавился. Так, ну это я ломать не буду. Везде камни. Как тут можно построить вообще что-либо? Так, тут неинтересно. Тут тоже неинтересно. Да, ладно, пофигу. Так, давайте смотреть, что в ящиках. Господи. Как тут вообще лутать? Это я заберу. Это я заберу. Что еще тут? 20 бревен. Нормально. Боксит, это топчик. Уголь, стальная пластина, изолента, микросхема. 20 болтов и 50 лома. Это я заберу, пожалуй. Все остальное мне не нужно. Тут лутать больше нечего. В пикапе я воду забрал стак. Ну, в общем-то, все. Одна сишка вот ради этого лута. Смотрите сами. Если такой вас интересует, то взрывайте. Если нет, просто танки сломайте, это засчитается за рейд. А на этом все. Пока-пока. До скорых встреч.